Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это второй круг 200-й битвы в башне Земное Царство. Посмотрим, как я ее сумею пройти в этот раз, какая алмазная карта мне выпадет. В предыдущий раз было 3 попытки. В этот раз постараюсь пройти за 2, а то и за 1. Поэтому переходим на аккаунт. Поехали! Сайт GameGold.ru. Души и аккаунты по игре Mortal Kombat Mobile по самым низким ценам и быстрой доставке. Ссылка в описании под этим роликом. На данный момент, ребят, я стараюсь подобрать более-менее правильную экипировку для того, чтобы пройти все без особых проблем. Поэтому давайте попробуем сейчас поставить молот гнева и бездонный сосуд с кровью. Вроде и пробивание есть, и защита тоже нехилая. Таким образом, у меня собирается вот такой довольно мощный отряд. На мой взгляд, мощный. И здесь самое главное, это Джонни Кейдж и Таня Предательница. Эти два персонажа могут сделать невозможное. Самое главное, чтобы Таня Предательница пробивала блок и, конечно же, наносила спецприемы. Молот Гнева дарит спецприем один в начале боя, тем самым этот отряд будет просто-напросто разнесен. Не знаю, как правильно сказать еще. Ну ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем, что сейчас выйдет у меня. Посмотрим. Надеюсь, что победим. Так, снимаем автоигру. И сразу же, сначала выпендривается ночной волк, далее он нормально так вот становится и просто ждет, пока мы по нему будем наносить урон. Первый удар прошел, но, кстати, не та экипа разбилась, и у меня ослепление появилось. Вот ненавижу это ослепление, честное слово. Такая фиговая тема ослепления, поэтому давайте будем тут тоже как-то пытаться разбивать. О, здесь миллион остался здоровья. Но мне надо еще как-то спецприем накопить, потому что меня тут бить будут очень-очень сильно. Но то, что он заюзал на мне вот этот вот момент с уменьшением урона, это не такая проблема уж глобальная. Ну ладно, окей. Окей, разбиваем снова экипировку. А, блин, он зараза заблокироваться успел. Вот шаман. Вот чертов шаман. Как он успел это сделать, я не понимаю. Ладно, давайте попробуем понаносить немного урона. Я думаю, что здоровье мы у него отнимем быстро. И потом уже выпустим лучше Таню на другом персе. Потому что Рейден может нам подпортить немножко игру, и я хочу вообще тут с одной попытки, на самом-то деле, в идеале пройти этот поединок. А, экипировка, как вы видите, сработала. Он так красиво-то отлетел на деле. Так, давайте-ка еще раз истощить попробуем. А, да-да-да, здесь, видимо, иммунитет, блин. Иммунитет к истощению. Неожиданная тема, ладно. Ой, блин, ну только не это. Ну как он, блин, прыгнул еще там, что-то сделал. И снова отлетели все персонажи. Ну, ребят, ну это бред полнейший. Вот честно, бред. Почему призрак вообще не работает? У меня как будто бы он не прокачан. Хотя он у меня прокачан. И нормально так прокачан. Почему он не работает? У меня уже какой раз, у меня вообще призраки не срабатывают. Спасибо большое. Один раз только сработал. Все персы отлетели, но один призрак все-таки срабатывает. Но это жесть, это просто жесть. Блин, все так хорошо начиналось. Вроде все правильно делал, играл-то вроде хорошо. Даже и разбил экипировку одну только лишь ночному волку. Но нет же, нет же. Вот игра хочет просто-напросто взять и подпортить все, все подпортить. Ладно, обновляем попытки. Да, у меня тут попыток очень много, но все равно не хотел я проходить с двух попыток, я хотел с одной. А если с трех придется пройти этот поединок, то это будет вообще прям очень дико. Это нечестно будет, это прям очень нечестно будет. Так, ну выбираем снова Таню сразу же. Она разбивает здесь первую экипу, разбивает же ослепление. Да, блин. Ой, надо было набивать сразу же спецприем второй, чтобы не париться, потому что теперь я просто тупо мажу каждый раз. Да, ну и тут я не знаю, я тут не пробью. Все, давайте выбирать другого персонажа. Блин, это ослепление конченое. Почему оно вешается после спецприемов? Не дает вообще ничего сделать, зараза. Так, истощаться будешь? Вроде ж от Рейдена... А, нет, не будет, ладно. Я думал, от Рейдена вроде ж избавились, а у него иммунитет сохраняется. То ли не у него, но ладно, неважно. Главное то, что ослепление на нас не легло, и я при этом уже 2 удара сделал. 3 удара сделал, нет ослепления. Офигенно. 4. На 4 удар, кстати, ослепление только повесилось. Идеально. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут надо замену делать. Давай-давай-давай.
Я здесь разбил одну экипу, либо нет? Я не помню точно, разбил или не разбил. Нет, не разбил. Если бы разбил, здоровье поднялось. Да. Да, я, видимо, ему атаку похерил, потому что он прям урона очень мало нанес. Да. Да, как же это кайфово получать урон. Да, блин, ну давай, персонаж, ну сделай ты что-нибудь. Ну, конченый ты нищеброд просто-напросто. Который даже урона нанести не может. Да что ж такое-то? Ни одного призрака. Ребят, я вот, честно говоря, не понимаю этих талантов. Ни одного призрака не срабатывает. Это просто вот... Это бред. Это бред, когда ни одного призрака, вообще ни одного, не срабатывает. Две попытки, и все в минус. Просто-напросто. Я не понимаю, на самом деле, этих поединков. Это просто какой-то бред, это сюр. Я не знаю, как это объяснить. Почему не срабатывают таланты? К чему тогда они вообще нужны? Поджоги. Ну, тут сразу же спецприем. Как я и говорил, сразу же спецприем второй набивается. И только потом наносить лучше всего... Да, разбивать лучше вот таким вот образом. Да, конечно, тут разобьешь. Он сразу же смену юзает. Да ты тут ничего не разобьешь просто-напросто. Они смены юзают каждую секунду. Я не успеваю нанести по нему урон. Он уже вешает себе сам себе ослепление. Странно очень. Сам себе повесил ослепление. Ну, хоть что-то. Ладно, это за счет экипы определенно. Но все-таки это напрягает. Это прям дико напрягает. Кал полнейший. Спасибо, спасибо. Прям, блин, дико выбесила игра тем, что не срабатывало то, что я хотел. Это, конечно, на везение работает, но я думаю, тут и с везением все в порядке должно быть. Ну, тут придется в блоке стоять, ослепление все-таки, как-никак. Да ёшкин кот, отнялось, но тут, конечно, очень много прям отнялось всего. Не ожидал я... того, что отнимется прям столько здоровья. Но вот так вот пару ударов прошло, аж целых два спецприема накопил. Я думал, он подойдет сразу. Он снова заблокировался. Мразь. Ну ладно. Давайте немножко по-иному сыграем. Я сразу же заблочу здесь спецприем ему. Ну, чтобы он их не использовал. Потому что 50 секунд остается. А мне еще нужно как-то разбить еще одну экипировку. А, так, разбиваем еще одну. О, все, 200 тысяч. Идеально. Наконец-таки, наконец-таки. Ну, вот теперь, да, сыграл я на ура. Но, блин, эта ситуация очень печальная. Потому что я-то думал, что я пройду все очень быстро. Очень быстро. Но не тут-то было. По какой-то причине у меня персонаж... Все время делал не то, что надо. Снова три попытки. Как будто третий поединок, он залочен на три... третий поединок, 200-й поединок, залочен на три попытки. И мне выпадает Raiden Injustice 2. Классная карта. Да, только она второго слияния становится, но карта прям очень клевая. Это хорошо то, что она мне выпала. Теперь единственное, чего стоит дождаться именно в этом ролике вам, это, конечно же, сотого поединка, и мне тоже, потому что до сотого я пока не дошел. Дойду я только к нему через 2 часа, и мне снова ваше личное предложение для победы высвечивается. Его каждый раз можно теперь приобретать. Каждый раз побеждаем, каждый раз приобретаем. Идеально, просто идеально. Честно говоря, игра... Радуешь ты меня. Блин, ну, не знаю, не знаю на самом-то деле. Спецпредложение «Покоритель башни» 1790 рублей, и оно снова появилось. Через 2 дня оно снова исчезнет, его снова можно будет приобрести. И так каждый раз, когда ты проходишь эту башню. Блин, а классно разрабы так-то придумали, я сразу и не понял, а они молодцы. А почему так со снарягой, кстати, не выскакивает? Вот снарягу бы я приобретал, возможно бы. Они неправильно, немножко неправильно поступили. Надо было наборы со снарягой так выдавать. Каждый раз там либо за проигрыш, либо за победу выдавать набор со снарягой. Вот это было бы круто. А набор «Покоритель башни», где выпадает чисто одна рандомная алмазка,
шансом целых 3,6% получить вот этих вот персонажей. Но это бред полнейший. 80-й поединок кошмарной башни я не стал, ребят, вам демонстрировать, просто потому что там по факту было все очень легко и просто. Там не было прям дичайших персонажей, и самое интересное то, что там даже был эффект неразрушающийся, и поэтому Таню я заюзать не мог. Я взял просто Джонни Кейджа и спецприемами первыми разнес полностью всю команду. Да, там был темный Рейден, и при спецприеме первым восстанавливалась энергия у темного Рейдена, и он очень быстро копил X-Ray, но он не успевал его юзать, потому что у меня срабатывал баг на накопление силы, тем самым я просто до бесконечности юзал спецприемы первые, и он просто не успел использовать на мне X-Ray. И победил я очень быстро с первой попытки, поэтому показывать вам бой, где и так все легко, я не видел смысла. А вот 200-й поединок было интересно посмотреть. Мне выпал Raiden Injustice 2, это классная карта для данной башни, поэтому я рад тому, что мне выпало. Единственное, что я не рад, то что 3 попытки снова пришлось потратить на прохождение данного поединка. Должно было быть 2. Но в следующий раз, через неделю, я покажу, на что я способен. Да, но это только будет через неделю. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!